Ты спишь, целый день спит. Сегодня все еще понедельник. А у меня здесь фабрика по переработке помидор. Значит, сначала нарезаю, потом на мясорубке перекручиваю, потом варю. Вот, чтоб вот этой пены не было, то есть я варю, варю, варю. Помешиваю, помешиваю, помешиваю. Ничего не добавляю. Потому что потом, когда приготовки, я уже могу добавить то, что мне хочется и как хочется. То есть ни соли, ни специй, ничего. Вот так вот просто перекрученные помидоры и все. В чистые банки. Закрываю. Закрыла. Головой вниз перевернула. И все. Стойте, отдыхайте. Вот так. Все, управилась. Вот сколько у меня сока получилось. Мне этого хватит на зиму. У кого, может, семья большая, конечно, там люди, наверное, 3-литровыми банками закрывают. Но мне и этого достаточно. Борщ приготовить или, может, рагу какую-нибудь. Да мало ли куда там капусту потушить, в любую подливку делать. Так что все, к зиме я готова. Огурцы, помидоры есть, самое главное. Сколько у меня теперь сока, как говорят, в самом соку. Сейчас проедемся в магазин, немножко там скупиться надо. Так, немножечко. Сниму вам немножко, может быть, какие-нибудь цены. Покажу что-нибудь интересное, если там что-то будет. В общем, такого серьезного ничего не надо, так кое-что там надо подкупить и немножко как бы к вечеру прогуляться, потому что я за целый день, можно так сказать, и устала. Это только кажется, что там сок делать. Ага, когда была моложе, то, конечно, все было легко и просто. Вот так вот понедельник, день тяжелый. Ну, как сказать тяжелый? Нормальный. Нормальный. Дай бог, чтоб и каждые дни так были. С косточки 41,90. Арбуз желтый 41,90. Арбуз обыкновенный 29,90. Вот. Раз, два. Вот такие вот. Три. Эти вот вкусные, да, рулетики. Вот эти вкусные. Ну да, и горячего копчения. Класс. Можно рулеты попробовать, что хочешь. Да. Может, плюс-минус одинаково. Ну давай рулет. Да. Креветки, приветки, да? Ага. Мидии. Мидии 22,90. Вомер. А у Омера, смотри, одна голова только толком, да? Ну, как минимум, она размером с половиной.